Уранополис, утро в отеле. Thank you.
Наш паром приближается к пристани греческого монастыря Дохиар, в котором находится образ иконы Божьей Матери, скоро послушница. Мы продолжаем идти, как говорят моряки, вдоль юго-западного побережья полуострова Афон. Следующая остановка парома у пристани монастыря Ксенофонт. Этот древнегреческий монастырь не так давно отпраздновал свое тысячелетие. В монастыре в настоящее время подвизается 30 монахов. Позади остались монастыри Дохиар и Ксенофонт, а наш паром медленно, но верно приближается к русскому на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю. Монастырь Святого Пантелеймона известен также как Рассекон или Новый Руссик. Традиционно монастырь считается русским, хотя он не раз принадлежал и грекам. Как и все афонские монастыри, он находится в прямой канонической юрисдикции Константинопольского патриархата. Все монахи монастыря обязаны принимать гражданство Греческой Республики, которое дается автоматически после поступления в монастырь. В настоящее время в монастыре подвизается около 100 монахов. Монастырь занимает предпоследнее, 19-е место в иерархии святогорских обителей. Монастырь отмечен подвигами русских насельников, наиболее известный из которых – старец Силуан Афонский, скончавшийся здесь в 1938 году. Сокровища монастыря, библиотека и несколько бесценных святынь, среди которых мощи святого Пантелеймона, стопа Андрея Первозванного, честная глава апостола Луки, мощи Иоанна Предтечи, апостолов Петра, Филиппа, Варфоломея и Варавы, первомученика Стефана и многие другие. Я прибыл в Афонский Свято-Пантелеймонов монастырь. Вот моя келья.
Вот такая келья. Видом на Эгейское море. Вот Серафим Саровский встречает, такая иконка есть у меня дома. Икона Спасителя. Вот такая кровать. В общем, как видите, архиерейские покои, можно сказать. Такие вот сейчас кельи. Вот календарь. Тут вот какие-то запрещения, сейчас почитаем, что можно. Так, видеосъемка запрещена, фотосъемка запрещена, купаться запрещено, музыку слушать запрещено, кричать запрещено, звонить по сотовым запрещено, выпивать, курить запрещено, купаться запрещено. Вот я уже нарушаю, веду видимую видео и фотосъемку. Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати Деву, руно все покрывающее. Радуйся, невесто, не невестная, превышая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, невесто, не невестная. Два часа назад мы прибыли в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь. Немного отдохнули и решили посетить старую мельницу. Место, где подвязался преподобный Силуан Афонский. Она находится примерно в 10 минутах ходьбы от монастыря. По дороге мы встретились с афонскими мулами. Я нахожусь в месте, где подвязался преподобный Силуан Афонский. Это мельница, старая мельница, недалеко от Свято-Пантелеимонова монастыря. Саша продвигается вперед с большой осторожностью. На Афоне много змей.
Дальше уже все. Конец. Ага, вот родничок. Вот мне про него говорили. Вот это родник преподобного Силуана. Вот святое место. Иконки. Сейчас попробуем попить. Возле родника я обнаружил тропинку и спустился по ней под самую мельницу на дно ущелья. Здесь я обнаружил очень живописный камень. Видимо, на нем молился преподобный Силуан. Ниже в ущелье русло пересохшей речки. А вообще здесь все заросло колючкой. Через которую невозможно продраться. Вот там хорошо видно вход в цокольный этаж, но я туда не могу пройти, к сожалению. Преподобный Силуане, моли Бога о нас.